Дверь «Универсал Банк». Устойчивое в динамичном. Это телеканал «Тверь сегодня», в студии над городом Кирилл Амаев. Здравствуйте. В завершении программы о том, сколько нужно автомобилей для того, чтобы правильно сделать предложение руки и сердца, и сенсационная новость о нашем губернаторе. А пока про автовокзал. Там сегодня завершилась реконструкция, и еще там побывала Елена Глушкова, наш корреспондент. 36 лет Тверской автовокзал не менял свой облик. Но время не стоит на месте, и некоторые нововведения оказались просто необходимыми. Уже сегодня, после полугодовой реконструкции, была открыта новая кассовая зона ожидания Тверского вокзала. Первыми результаты работы оценили утренние посетители. Отлично, мне очень понравилось. Хороший автовокзал, очень красиво сделали, молодцы. Первые впечатления очень хорошие. Красиво сделали, культурно. Еще вот вторую бы половину сделать. Также симпатично. Хорошо стало. Светло, удобно, уютно. Понравилось. На достигнутом транспортники останавливаться не собираются. Надо понять, сколько мы заработаем в следующем сезоне. Но вот то, что мы сделали, а это кассовый зал, офисные помещения на втором этаже, это система вентиляции, кондиционирования, это освещение вокзала, его тоже не было, это новый потолок. Во все вот этот комплекс работ было вложено 11 миллионов рублей денег Тверь Автотранса. Комфортные условия созданы не только для пассажиров, но и для сотрудников автовокзала. Для кассиров оборудованы специальные помещения, а для осмотра водителей автобусов – удобный медицинский кабинет, который в ближайшее время начнет работать в круглосуточном режиме с учетом организаций, занимающихся таксомоторными перевозками. Именно создание вот этих хороших, комфортных условий и были начаты шаги, предприняты шаги руководством компании Тверь Автотранс. Мы видим оборудованные кассы, будут оборудованы комнаты охраны, комнаты матери и ребенка, комнаты отдыха водителей, что прежде всего, конечно, должно создать уют и комфорт, и безопасность. Дальше планов гораздо больше. Привести в порядок в целом здание автовокзала и внутри, и снаружи. Привести в порядок зону стоянки автобусов, зону отправления автобусов. Следующим этапом повышения качества транспортных услуг будет реконструкция автобусных станций в муниципальных образованиях Тверского региона. Теперь к событиям всероссийского масштаба. В регионах начали присматриваться к новому правительству. Комментарии пока осторожны, но тем не менее они есть. Александр Тягунов, депутат законодательного собрания, сегодня заявил о том, что с новыми министрами работать можно. Работоспособное, дерзкое правительство. У все, значит, особо министры, значит, все образованные, показавшие себя, зарекомендовавшие себя уже в каком-то деле. И возраст такой, который позволяет дерзать. Вот я думаю, что работоспособное правительство, вот так одним словом, значит, и от них можно ожидать выполнение тех задач, которые были в предвыборных речах президента. Медведев, многие обязательства еще из его президентского срока остались. И я думаю, это правительство способно с этими задачами справиться. Там нет таких неизвестных личностей, значит, ниоткуда взявшихся. Значит, даже самый молодой министр, значит, по информационной политике и коммуникациям, и то он может быть неизвестен, ну, в Тверской там, значит, губернии, но очень известный в Татарстане, потому что это вообще вундеркинд, который, значит, так сказать, так рано и к такому сроку подошел до министра российского правительства, но пройдя очень хорошую школу, значит, и сделав очень много полезного и интересного в своей жизни, 29 годам. Поэтому мне очень нравится, что, вот так моя точка зрения, что разделили Министерство социального развития и здравоохранения. Все-таки это вопросы, значит, которые надо решать раздельно, слитно, но раздельно. И поэтому два министерства, и мы, думаю, что от этого очень сильно должно выиграть здравоохранение. А на это очень обращает внимание и Путин как президент, и Медведев как председатель правительства. Поэтому вот такие инновации, значит, так сказать, что-то можно ждать
от открытого правительства. Но я пока боюсь как-то комментировать, значит, так сказать, деятельность и полезность открытого правительства. Потому что новация такая, которая, так сказать, принесет ли быстро эту отдачу или эффект будет пролонгирован. Вот. Но раз это озвучено, раз это поддержано, ну, наверное, правильно, что появился министр, который будет работать с открытым правительством. Вообще, откровенно говоря, доступ к обсуждению вопросов, которые решаются на правительственном уровне, так сказать, мнение населения через открытое правительство, идея сама по себе хорошая. Как она будет притворяться в жизнь, и не будет ли, как некоторые комментарии дают, что это будет три правительства теперь, вот этого бы не хотелось, чтобы случилось. Хотелось бы, чтобы все функции, которые решают и те, и другие, и третьи, были раздельны и приносили общую пользу. И еще на злободневную тему. С 1 июля в российских регионах должны заработать центры временного содержания нелегалов. Решение было принято на уровне федерального правительства, естественно, за деньги региональных бюджетов. Центры должны быть оборудованы в соответствии со всеми нормами и правами человека. Однако постоянных гостей в этих центрах, естественно, не будет. Из страны нелегалов и так выдворяют каждую неделю. Близость к двум столицам, неплохое транспортное сообщение уже давно сделали Верхневолжье удобным местом для проживания жителей соседних республик. Встречаются студенты, которых отчислили из вузов, в том числе из московских. Встречаются граждане, которые приехали по трудовой визе и остались сверх положенного лимита. С начала года выдворением загостившихся приезжих из других государств занимается служба судебных приставов. Раньше эта обязанность лежала на милиции. Постановление суда к нам поступает в спецприемнике города Твери МВД России. Значит, содержатся эти иностранные граждане до момента, когда, соответственно, мы соберем весь пакет документов, необходимый для выдворения, получаем в спецприемнике этих граждан, ну, соответственно, припровождаем их до аэропорта самолета и передаем пограничников для посадки на самолет. Только за этот год на историческую родину отправили 86 нелегалов, проживающих на территории Тверской области. Среди отправленных иностранных граждан, значит, есть и иностранные граждане дальних государств, таких как Бангладеш, Индия, Вьетнам. Граждане из СНГ, скажем так, это граждане Беларуси, Украины, Казахстан, Киргизия, Грузия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан. Подавляющее большинство нелегалов узбеки, 57%, второе место 20% таджики. Мы учитываем, что это восточные люди с восточным, значит, темпераментом. Вот. Ну и я скажу, что по большей части спокойно. Мы учитываем также, что это административно задержанные. То есть это не уголовники на самом деле. С начала года Верхневолжье посетило более 20 тысяч иностранцев. Цель приезда разная. Это и туризм, и традиционные заработки. Но независимо от цели, на территории нашей страны они могут находиться не более 90 дней. Если иностранный гражданин находится на территории страны законно, но с нарушениями, там, с определенными, не вовремя встал на учет, не вовремя отметился, на него налагается штраф. Если он находится незаконно, он направляется в суд для принятия решения, ну, также там уже на усмотрение судебных органов, либо наложение штрафа, либо выдворение, в зависимости от тяжести содеянного. Но в любом случае выдворение – мера дополнительная. В первую очередь таким нежданным гостям предстоит заплатить штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Пока оформляются все необходимые документы и покупается билет на самолет, нелегалы находятся в спецприемнике управления МВД. С них эти деньги не высчитывают, поэтому им прекрасно. Стоимость билетов, да, на самолет, ну, в среднем где-то 9-10 тысяч.
бывают и побольше. Но с 1 июля специально для них откроют центр для временного содержания. Такую задачу поставило правительство страны перед всеми регионами. Деньги на открытие содержания центра поступят из регионального бюджета. Находиться он будет на Сахаровском шоссе на территории стеклозавода. Рассчитан на 60 человек. Теперь про строителей, если меня не сдует. В свете недавних заявлений нового президента Путина о том, что примерно к 2020 году каждая российская семья должна иметь возможность изменить свои жилищные условия к лучшему, становятся актуальными разговоры о монтажниках-высотниках, каменщиках и малярах. И, кстати, в свете этих же решений у рабочих строительных специальностей резко возросли зарплаты. Елена Трофимова не даст соврать и расскажет о Тверском 10-м лицее. О том, что рабочие профессии потеряли свою актуальность во время перестройки, знает, наверное, каждый, кому довелось жить в лихие 90-е. Но вот они пролетели, и 2000-е уже позади. Наталья Залкина, человек с почти 30-летним педагогическим стажем в этой отрасли, говорит, именно в последние 3 года ситуация на рынке труда стала резко противоположной. Называться строителем снова стало почетно. Это связано с тем, что стали ценить молодые рабочие кадры на предприятиях строительной отрасли. Это связано с тем, что в нашем учебном заведении хорошие условия для обучения есть. Наши педагоги постоянно стажируются. То есть они приобретают новые компетенции в плане строительства и передают эти знания детям. А стажировки проходят в учебных центрах под Москвой, в Красногорске. Стажировки проходят и на предприятиях наших партнеров Тверского объединения строителей. По словам директора 10-го лицея, в наши дни выпускники таких учреждений имеют сразу несколько строительных специальностей. Например, мастер сухого строительства. Это и облицовщик с синтетическими материалами. Это знание и плотничных работ. Это плиточник, это штукатур. Все входит, все квалификации эти входят в одну профессию. Что, конечно, не может не радовать и родителей, и самих свежеиспеченных специалистов. Особенно, если учесть, сколько они зарабатывают. Молодежь любит, в общем-то, за свою работу получать хорошие деньги. И сегодня на рынке труда рабочие кадры в сфере строительства очень востребованы. 40 и более хороший каменщик зарабатывает. Стоит отметить, что тут, в отличие от медицины, ветер в столицу не дует. Иногородние ученики зачастую возвращаются в районы области, а тверичане остаются отстраивать родной город. У меня в группе есть девочки, которые иногородние. Молодой человек тоже иногородний. Поэтому они есть место, где-то здесь проживают, а ездят домой, ну, не очень далеко. Поэтому я думаю, что не страдает так же. Наши специалисты, они потом уезжают все-таки домой, стараются. Студент первого курса Иван Петров до сих пор вспоминает, как в детстве решил стать экскаваторщиком. Нынче это одна из самых популярных в списке рабочих профессий. У меня в детстве были экскаваторы, машинки всякие. Ну вот как бы ими игрался, вот понравилось. А сначала, подумал идти, не идти, а потом, как закончил школу, решил пойти на настоящем работать. Ну, нормально. Потому что на нем легко, просто сидишь, ничего не делаешь, как бы. Сам вот этим джойстиком как бы сидишь, играешь. Ну, как все равно, что в приставку играть. Вот, привыкаешь и работаешь. Самые популярные профессии – это те, что связаны с техникой. Ребята любят все-таки больше работать с техникой. Не вот чисто ручной труд, а техника. Поэтому автокрановщики, экскаваторщики. Вот уж действительно, время офисного планктона уходит и возвращается воспетое. Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет! Коллеги из пресс-службы законодательного собрания распространили сегодня информацию о том, что в регионе появилась еще одна спортивная федерация. Это федерация практической стрельбы. Из деревни Гришкино материал.
Рамиль Амиров – мастер спорта по практической стрельбе. Владеть огнестрельным оружием научился недавно, однако уже полюбил этот вид спорта всей душой. Признается, что ощущения от стрельбы трудно передать словами. Так и не передать ощущения тому, что у тебя в руках оружие, которое может убивать, и ты им управляешь ради того, чтобы защищать. Понимаете? Вот, наверное, вот это. Практическая стрельба зародилась в начале 50-х годов в США. Сегодня Международная конфедерация практической стрельбы насчитывает более 60 стран. В России этот вид спорта существует уже 14 лет и постепенно набирает свою популярность. В этом году полноправным участником Российской федерации практической стрельбы стала и Тверская область. Дело в том, что за последние 15-20 лет, к сожалению, утрачена наша российская культура обращения с оружием. Оружие стало доступным многим людям, в том числе людям не с самой положительной репутацией. Мы бы хотели изменить эту ситуацию и, по крайней мере, на территории своей Тверской области привлечь людей доброй воли, людей, которые любят и уважают оружие, привить им культуру обращения. Точность, мощность, скорость – вот три кита практической стрельбы. Соревнования проводятся на открытых стрельбищах по трем видам оружия – пистолет, полуавтоматическое ружье и штурмовая винтовка. На открытии Тверского регионального отделения Федерации всем гостям представилась возможность пострелять из огнестрельного оружия, попрактиковаться в точности и скорости. У нас в Тверской области работает много спортивных федераций, и сегодня начала работа Федерация практической стрельбы нашей Тверской области. Хочется пожелать успехов и спортсменам, и всем участникам федерации. Конечно, я уверен, что в очень скором времени спортсмены нашей Тверской области будут участвовать и в международных соревнованиях, и побеждать. Пока в Тверском регионе не зарегистрированы спортсмены, представляющие область на всероссийском и международном уровнях. Однако, как отметили руководители Тверской федерации практической стрельбы, а также гости торжественного открытия, все победы и достижения еще впереди. И с появлением специального стрельбища любой желающий может начать заниматься этим увлекательным видом спорта. Дверь «Универсалбанк». Устойчивая, динамичным. К другим событиям. Сегодня в Твери массовыми шествиями, добрыми словами и большим концертом в городском парке завершились Дни славянской письменности и культуры. Отчет начнем с шествия студентов-филологов без комментариев. Ну а теперь концерт, городской парк, и Елена Глушкова продолжает. Конечной точкой торжественного шествия студентов филологического и исторического факультетов стал городской сад, где тверские творческие коллективы этническими костюмами, песнями и плясками напомнили о том, что все мы принадлежим к славянской языковой группе. А значит, и праздник славянской письменности и культуры для многих народов общий. Где-то в конце 90-х годов у нас стали завязываться связи с Великотырновским университетом. И первые студенты из Великотырнова с преподавателем приехали к нам. И вот именно тогда нам рассказали, что такое шествие проводится студентами Великотырновского университета, филологического, исторического факультетов. И мы решили позаимствовать, как в свое время у солунских братьев Кирилла и Мефодия мы позаимствовали кириллический алфавит, так вот и мы попробовали позаимствовать именно идею этого шествия. И действительно, оно сразу же как-то заинтересовало наших студентов. Идти по улицам города, размахивая флагами и транспарантами, студентам показалось веселым занятием. Однако смысл праздника, равно как и его происхождение, осилили далеко не все. Хорошо, хоть Кирилла с Мефодием не забыли. Создали алфавит кириллицу, Кирилл и Мефодий. Вот мы в честь праздника шествуем с плакатами, с хорошим настроением. Честно, я не знаю, но
думаю, то, что в честь Кирилла и Мефодия, которые создали азбуку, почтить память этим двум великим людям, чтобы их помнить, чтобы их не забывали во времени. Вот. Я с филфака, так что мне по-любому знать надо. Кирилл и Мефодий, как бы все знают, то, что основатели нашего языка, то, что надо это все равно помнить, и чтобы каждый уважал свою культуру, не забывал о ней. Нас мало кто знает, что сегодня такой день. Как бы чтобы люди просвещались, хоть и знали. Знаменитым салонским братьям и не снилось, сколько изменений претерпят славянские языки за несколько веков. И несмотря на все метаморфозы, имена Кирилла и Мефодия остались неизменными. И уж их-то новые поколения знают точно. Ну и в завершении программы. Всемирная паутина продолжает радовать нас интересными и иногда весьма поучительными видеоматериалами. В нашем случае мастер-класс по правильному предложению руки и сердца проводит неизвестный нам житель Твери. Секрет прост. Нужно взять 15 легковых автомобилей и выстроить их в соответствующем порядке. Завершиться действо должно фейерверком. Говорят, если действовать строго по инструкции, успех обеспечен на 100%. Пожалуй, и все. Хотя, впрочем, обещанная новость о губернаторе. Андрею Шевелеву сегодня исполнилось 42 года. Наши поздравления и удачи. Тверь Универсал Банк. Устойчивая в динамичном.